сезон – це відпустка, довгоочікуваний відпочинок. Але, як каже народна мудрість, до відпустки необхідно готуватись ще навесні, або ще краще взимку. Та що ж робити, якщо відпустка вже близько, і термін, за який необхідно встигнути привести себе до ладу, дуже короткий? Над цим питанням замислилась наша сьогоднішня героїня Анастасія. Дівчина збирається у відпустку з чоловіком і звернулась до лабораторії краси із проханням допомогти їй підготувати свою шкіру та волосся до відпочинку на морі. Всегда это спонтанные какие-то поездки. Очень редко, когда что планирую, но в этот раз все-таки это запланированный отпуск. Я бы хотела поехать куда-то в пределах Украины. Скорее всего, это будет наш железный порт, родной уже знакомый. Хотелось бы собраться как можно скорее к этому всему, привести себя в порядок. Ну, обычно я доверяю себя в руки профессионалов, как бы сама я не рискую, ну и на самом деле я не так хорошо это сделаю, как это сделают они. Я бы хотела получить уход за волосами, хотела бы какую-то укладку, чтобы уже приехать на море красивой, как бы сверкать, сиять, сделать себе такой легенький макияжик. Должно быть что-то натуральное, что-то такое неброское, потому что это море, я туда приеду, скорее всего, днем, поэтому макияж должен быть дневной, как бы, и желательно какая-то вот, ну, чтобы он соответствовал причине моей поездки, то есть на море, на отдых. Отож, день змін настав, і ми з Настею вирушаємо до салону краси «Комплімент». Вітаємо вас! Наша сьогоднішня героїня хоче змінитися до своєї літньої відпустки. Що можете їй порадити? А давайте ми прийдемо к нашим майстрам салону красоти «Комплімент», і вони вам все предложать, ви обсудите з ними всі деталі. Отож, ходімо? Ходімо. Здравствуйте. Здравствуйте, Настенька. Ну что, едем на море? Да, едем на море. Хотела бы получить летний уход за своими волосами. Хорошо, пожалуйста, присаживайтесь. Оценим структуру ваших волос, посмотрим, что нужно, и приступим к процедуре, которая нам увлажнит волосы, восстановит волосы и напитает их влагой до самого конца лета. Если вы сможете прекрасно отдохнуть на море, не заботьтесь потом о том, что ваши волосы будут тусклыми и посеченными. Здорово. Да, приступим. Ірина Колесник, майстер-стиліст третього рівня Комітету стандартів салонів краси. Настя, вона збирається в відпуск і к нам прийшла для того, щоб ми допомогли їй зберегти структуру волос в літній жаркий період і в морське купання більш натурально і щоб зберігалася влага, чтобы волосы были более эластичные. И для этого мы сделаем процедуру, которая называется термокератин. То есть эта процедура поможет как раз все эти проблемы снять. И она сможет спокойно отдыхать, быть в отпуске, купаться, наслаждаться солнышком. А волосы останутся эластичными, здоровыми и увлажненными. Настенька, начнем мы с термокератиновой процедуры. Она поможет нам восстановить, увлажнить, подлечить, напитать волосы, то есть структура улучшится, процедура проникает глубоко в поры волос, имеет накопительный эффект, то есть до конца лета, ну, на полтора месяца точно мы увлажним и немножечко все-таки подпитаем волосы, чтобы вы ехали на море уже более спокойно. Thank you.
Здравствуйте. Вітаємо вас, Владислава. Сьогодні будемо робити літній макіяж. Що можете нашій героїні порадити? Я сделаю легкий летний макияж. Лучше я это вам покажу. Присаживаемся. Владислава Хныкина, мастер-визажист. Наша героиня Анастасия едет со своим мужем на море. Чтобы она выглядела естественно, я буду использовать пудру, водостойкую тушь и помаду, чтобы она выглядела красиво и легко. Летний макияж должен быть легким. В первую очередь мы должны защитить свою кожу, использовать увлажняющие крема, солнцезащитные средства. Использовать мы их должны не только на лицо, а также на шее и декольте. В летний период времени лучше отказаться от тональных кремов, вместо них использовать просто пудру. Пользоваться водостойкой тушью, стойкой помадой. Отож, Анастасія, прийшла черга подивитися на твій літній макіяж. Ух ти, який яркий, красивий макіяж. Якраз для літа, мені подобається. Насті, як думаєш, чи підходить цей макіяж для відпустки, для пляжу, для вечірок? Я думаю, що підходить. Можна буде якраз піти на дискотеку і днем буде прекрасно. Під яркі літні речі. Отож, ми дякуємо нашій візажині. Також я советую використовувати матіруючі салфеточки. В летний период времени. Хорошо, спасибо. Ну что ж, запрошу тебя продолжить делать зачистку. А сейчас Настя повертається до перукаря, чтобы завершить свою зачистку. Отож, Настуню, прийшла черга подивитися на твою нову зачіску. Ух ти, клас! Мені дуже подобається. Чи зручна для тебе ця зачіска? Тобі подобається? Так, дуже необычна, красива. Підходить для відпустки? Я думаю, так. Головне, удобно, то, що не буде мішати волоси. Я пропоную тобі оновити твій літній гардероб і перейти до стиліста. Ідемо. Ходімо. З оновленням літнього гардеробу нам допоможе магазин одягу The Best. Яна Дмитрієва, стиліст. Сьогодні у нас в програмі дівчинка Анастасія. Ми її збираємо сьогодні на морі. Що краще з собою взяти на морі, що одягти, ми їй посоветуємо. В першу чергу це там повинні бути якісь легкі, невесомі одежда, щось воздушне, те, що не обтягує вас, не буде доставляти вам дискомфорту. Лучше брать одежду с натуральных тканей. Это батист, лен, хлопок, яркого принта, расцветок. Ну и чтобы это сочеталось между собой. Вітаємо вас! Наша сьогоднішня героїня хоче обновити кардинально свій гардероб до літньої відпустки. Що ви можете порадити? Мне очень приятно, что вы пришли именно ко мне. Конечно, у меня есть что вам предложить. Вот, допустим, вот такая вот туника. Она в морском стиле. Очень легкая, современная, в тренде. Что еще можно? Ну, я думаю, что вот такой вот сарафан будет очень кстати для выхода в свет, скажем так, совершить променад вечером. Он длинный, комфортный, легкий. Либо вот такое вот платьице. Возможно, вас заинтересует вот такой вот яркий цветочный принт.
Ну, очень мне нравится, вот, допустим, юбка. И к ней, как нельзя кстати, в морской теме, вот такой вот прекрасный блузончик. Ну що ж, я думаю, що дуже багато речей, які варто приміряти. Давай. Настюш, як тобі твій літній образ? Очень нравится, я в восторге. Тобі подобається і ти зможеш з цим образом поїхати у відпустку? Не то, що смогу, я це зроблю. Ірина Вікторівна, що ви можете сказати? Да, в принципі, нам все удалось. Що ми хотіли зробити, це увлажнити, підлічити і волосся відновити, для того, щоб вони не боялися сонячних лучей і моря. Потом, что мы еще, подобрали стиль прически, который не будет мешать во время летнего отдыха, то есть более свободная шея, все собрано в пучок, проплетено, надежно держится. Ну, в общем-то, да, да, нам удалось собрать вот Настю в отпуск. Все, что мы можем сказать, это гарные отпуски. Я бы хотела поблагодарить команду салона «Комплимент», а также магазин «The Best» за мой летний образ. Большое вам спасибо. Мы тоже очень рады. Для того, щоб яскраві спогади про літню відпустку радували Анастасію ще тривалий час, фотограф Вікторія Савранська організувала для героїні фотосесію. В конечном итоге мне очень понравился мой результат. Волосы очень приятные на ощупь, сразу же другие, как будто, я не знаю, стрижку сделала, обновила, что ли. В отпуске я готовлюсь в первую очередь хорошо отдохнуть. Я думаю, впечатления у меня будут незабываемыми и крутыми. Теперь Настуня готова до летнего отпочинку. И вы также отдыхайте и переглядайте новые выпуски «Лаборатории красоты».